более существенно больше, в разы, в десятки раз больше, чем эффект лямбда XYZ. Итак, мы можем утверждать, что частота данного профиля действительно отклоняется от среднегеометрической, прежде всего, благодаря действию превходящих обстоятельств, а именно то, как мы расквотировали выборку, однако есть некоторый эффект YZ, XZ, причем он положительный. Чему равен этот эффект в более физически осязаемых величинах? Сейчас мы видим, что это 0,79. Что такое это 0,79? Берем экспоненту от этой величины. Две целых две десятых раза. Итак, мы можем утверждать, что эффект X2Z2 увеличивает частоту для данного профиля относительно усредненной частоты в 2,2 раза. Если бы этого эффекта не было, следовательно, то эта частота была бы равна в 2,2 раза меньше. Давайте посмотрим, сколько это было бы. Вот я исправил формат, не процентный, а числовой. Частота была бы у этого профиля 41,52, если бы не было эффекта сочетания X2Z2. То есть мы можем сказать, что в реальности, в отличие от модели, в которой не было бы эффекта X2Z2, частота выше. То есть по модели, в которой не действует этот эффект, частота была бы 41,52, в реальности она 91. Таким образом можно констатировать отклонение эмпирической частоты от модельной частоты, основанной на отсутствии данного эффекта. Мы можем утверждать, следовательно, что свойство быть женатым или замужней сопряжено статистически со свойством то, что мать водит ребенка в развивающей